Дорогие друзья, уважаемые дамы и господа, сегодня с радостью приветствую вас на очередной церемонии вручения премии «Оскар» 2016! С отличной, прекрасной, замечательной, талантливой командой. И знаете, в этот раз нам стало очень сложно с выбором кандидатов на премию в номинации The World Best CEO. Но после долгих обсуждений было принято решение. И имя этого человека мы приготовили в конверте. Это имя здесь, дорогие друзья, и это... Дмитрий Гринцевко! Дмитрий Гринцевко побеждает по номинации «Самон Бастио». Приветствую вас, это награда ваша. И сегодня, в честь этого праздника, мы приготовили многие другие подарки. Мы поздравляем Дмитрия Гринцевко с Дмитрий, пока эмоции еще переполняют вас, пока внутри все горит, все взрывается, предлагаю сейчас сказать, что вы чувствуете в этот момент? Вау, ну вы замучили меня ставить такие высокие планки. Вау. Спасибо вам, конечно. Очень, очень неожиданно. То есть, ну... Сказали, просто оденься. Я что-то, конечно, представлялся бы что-то как-то. Вот. Но такой дистрапт в рабочем процессе я не ожидал. Я долго не смогу вернуться в нормальное состояние. Блин, это круто. Спасибо. Это так приятно, настолько необычно, настолько неожиданно, настолько слаженно. Я не знаю, с какой вы готовились. Если это экспромт, то вы крутые по-любому. Это как когда включают босса, я хочу поблагодарить свою маму, Наталью Петровну, которая родила и вырастила меня. Я хочу поблагодарить всех вас за то, что вы такие классные, особенные, за то, что с вами интересно, за то, что с вами интересно делать не просто рабочие вещи, за то, что с вами интересно жить. Каждый из вас приносит определенный челлендж, интерес в мою жизнь. Я надеюсь, что я своей частичкой тоже в вашу жизнь приношу что-то такое. Вот. Я знаю, что каждый из нас делится таким же друг с другом. Долго рассказывать не буду, потому что на эмоциональной ноте я могу долго проехаться. Вот. Просто спасибо большое. Это, блин, так круто, я просто не ожидал. Просто мог. Спасибо. Сейчас, дорогие Дмитрия, хотя бы одну вещь, чем он лучше Леонардо Ди Каприо. Ваши аплодисменты, друзья! То, чего не было у Леонардо Ди Каприо и Иисуса Дмитрия! С праздником! Ура! А теперь можно приступить к раскрыванию подарка. Собрать торжественно. Я никого не раню там. Балерина оттуда не выпадет, в смысле? Отлично. Второй.
такой прекрасной жизни, не распечатывали подарка. И что же там интересного? Интересно даже мне что-то, но... Коробка без пакеток. Может быть, надо начать угадывать, нет? Написано «Мады в Баландии». Красивая коробка. Хорошо, что это уже не балерина. Еще хочу также поблагодарить папу с таким уровнем стресса и таким небольшим количеством времени для семьи, когда иногда остается. Вот, тоже надо поблагодарить со сцены и глубоко сердечно. Да, дети? Спасибо. Дополнительный еще здесь он. Иди сюда, Дианка, иди сюда, это тебе. Терпит меня и весь мой циклот, и стресс, и так далее. Вот. Но она говорит, что я наполняю ее жизнь. Будем ей верить. А вы верите человеку с ножом? Игра в матрешки продолжается. Быть героем не так уж и просто. Я вам говорю, что ответственность. Мои подарки, наверное, соответствующие. А ну-ка, я начинаю. И это, внимание, друзья, победа! С фирменной нашивкой! Теперь он не победил! Он победил зеленого номинации! The World Best CEO! Дмитрий Гриценко! Можно, наверное, показать, у меня есть две идеи, почему подарили мне этот рюкзак. Первое, потому что у меня есть мотоцикл, да, более банально. А вторая, это потому что многие из вас, наверное, видели, в каком рюкзаке я хожу, да? Вот там начинает рваться, сам начинает рваться, если думаете, блин, серьезно, ты не знал, это несерьезно, да? Мама, рюкзак со мной был в разных местах, видел многое вместе со мной. Вот, и в этом его особенность. А такое ощущение, что у меня теперь появился новый рюкзак. У него есть своя особенность. Вот. Выглядит он, во-первых, гораздо круче моего предыдущего. Вот. Я буду хлопать с номер один, чем можно номер два на мотоциклетной тусовке с рюкзаком, да. Вот. Так теперь вот этот рюкзак будет видеть много. Спасибо большое. Будет напоминать о вас, о тех, кто меня знает, знает, что дарить, знает мои пристрасти, да. Вот. Спасибо вам большое. Очень классно.
Очень классно. Ну, конечно, друзья, как праздничный вечер без торта. Прошу встречать! Вот он, прекрасный, замечательный, желтого цвета, излучающий лучи радости, лучи света. В округе, друзья, и скоро подарит нам прекрасный вкус. Первым должен отрезать шматочек, конечно же, наш именинник. Поэтому приглашаем его. Можно сразу опробовать двух как рюкзак. Сейчас, друзья, нужно обратить внимание на эмоцию, которая появится вот во время первого соприкосновение Дмитрия со стулом. Дмитрий, можно сесть на стул вот, и прочувствовать, вот, оно или не оно? Вот, сейчас все ясно сразу станет. Эмоция есть! Завоеванный, кожаный, прекрасный. Обязательная фотография, ну и, конечно же, праздничный торт, который сегодня, вот, всей семьей. Селфи-кадр. Нашего торта. Сегодня здесь собралась огромная, прекрасная компания, яркая компания. И... Бьет прямо в сердце. Вот так. И разрезается кусочек за кусочком. Друзья, каждого из вас сейчас будет возможность попробовать этот праздничный торт. Все, кто не успел сфотографировать, ищите фотографию у этого человека. У него есть весь процесс от начала и до завершения. А сколько человек здесь? Осталось человек. Насколько делить нужно сетка? Больше 100? 10 на 10? Да, кусочки уменьшаются, но сгодится. Вот. Не понял, первый скажет. Ну что ж, уважаемые дамы и господа. Дорогие друзья, сейчас предлагаю, знаете, отправить как можно больше хорошего настроения в сторону нашего победителя, нашего именинника. Как мы это сделаем? Внутри у нас есть хорошее такое внутреннее настроение, знаете, ощущение счастья где-то вот здесь, вот в области груди. Оно сейчас вот переполняет каждого из нас, и это настроение можно излучать. А можно излучать вашими глазами, вашими улыбками, вашими руками, пальчиками, чем я предлагаю сейчас послать вот этот весь пучок хорошего настроения в сторону нашего именинника. Ну, он в знак благодарности пошлет куски этого счастья вам. Дорогие друзья, такой себе взаимообмен, поэтому сейчас приготовились. Один, давайте сейчас за Дмитрия на счет три посылаем лучи счастья. Один, два, три! Поздравляем! А теперь лучи. Вот. По всему залу. Друзья, приглашаю вас сейчас.
сейчас подойти к месту, где у нас есть прекрасная вода и обустроена для того, чтобы каждый из вас мог попробовать этот кусочек. Дмитрий, приглашайте, да, приглашайте. Дамы и господа, подходим, угощаемся. Спасибо вам большое. Ну, я не знаю, это такая вот планка такая. После этого любой корпоратив, любая другая наша тусовка должна быть просто на высоком уровне. Лена, я чувствую давление, которое она создает. Благодаря этому давлению происходит движение вперед. Друзья, угощаемся и получаем удовольствие. Аплодисменты именинникам.